Я сам в школе ведь учился, и нам никто никогда ничего не рассказывал об этом. Мы учили историю вообще. А вот в вашем городе памятник есть. Как нужно относиться к нему? Это одна сторона. Вторая, то, что во всех школах Советского Союза все-таки большинство женщин было и до сих пор. А военная тема все-таки ближе мужчинам-учителям. И вот не хватало такого сурового мужского воспитания во всей советской школе и сегодня. Но сегодня это, наверное, и сегодня сложнее. Это еще сложнее. Еще меньше учителей мужчин. Тогда после войны они некоторые пошли работать, поскольку, в общем-то, сложности было им снова идти работать по их специальности. И самое неприятное, то, что последние годы, вот эти 20 лет, на Украине шло русофобское воспитание. В прессе, в пропаганде. То есть, когда убрали идеологию, марксизм, то на это пустое место быстро зашла идеология антирусских настроений –